Здравствуйте! Вы на канале «Простая кухня для вас». Сегодня я вам покажу, как вкусно приготовить рис на сковороде. Для приготовления мне понадобится рис, морковь, лук репчатый, чеснок, соль, масло растительное и вода. Лук нарезаю кубиком. Морковь натираю на мелкой терке. Разогрела сковородку, добавила небольшое количество растительного масла, обжариваю лук на средней мощности. Через 3 минуты добавляю морковь. Обжариваю пару минут. Добавляю рис. Я его хорошо промыла. Обжариваю еще 1 минуту. Вливаю горячую воду. Добавляю соль. У меня вкусная соль. Перемешиваю. Довела до кипения. Теперь добавляю зубчики чеснока. Закрываю крышкой. Убавляю мощность плиты на минимум и оставлю на 20-25 минут. Через 20 минут рис готов. Приятного аппетита и до новых встреч на нашем канале. Подписывайтесь и ставьте лайки.